Она не молодая куртизанка, по-прежнему чувственная и обольстительная. Она женщина, которая дарит удовольствие и легкость, учит тонкостям любви. И именно она сумела покорить такого, как он, неопытного, избалованного, капризного мальчишку. Их легкий флирт превратился в опасную долгую связь. 30 апреля в кинотеатре «Тирасполь» несравненная Мишель Пфайффер в роскошной винтажной мелодраме «Шерри». Слишком рано для него, слишком поздно для нее.